Я просто объясню, о чем она песня, потому что песня хоровая. Если у вас что-то в жизни не получается, нужно выбрать... Да, нужно выбрать вектор и молиться. И эта песня, именно гимн среднего класса, она именно об этом. Если ты устал, если ты все проебал, если ты устал... Правильно пою, да? Правильно? Нет? Не, мы лучше в рэп сыграем. В рэп проще. Если ты устал, если мечту потерял, если ты уже покорился своей несчастной судьбе, вместе с нами пропой этот радостный гимн. Он услышит тебя и поможет тебе. Я сам так делаю. Он услышит тебя и поможет тебе. Сатана, приди, приди к нам, сатана, обожги огнем пылающим. Мы в тебя так верим, сатана, приди, сатана, приди к своим любимым детям. Если ты не женат, денег хватает едва. Если тебя на работе совсем не ценят как специалиста, встань и громко пропой гимна простые слова. И твой шеф, и работа увидишь тогда, поймут тебя быстро. Все в твоей жизни изменится сразу тогда. Сатана, приди, приди к нам, сатана, обожги огнем пылающим. Мы в тебя так верим. Сатана, приди, сатана, приди к своим любимым детям. Человеком стал, а кто-то разбогател, а третий подох в нищете. Но гляди, он гений теперь известный. Все они пели так, все повторяли так, хором, как мы с вами сейчас. Стоя споем эту песню. Все вместе хором споем ее для открытого окна и для всех остальных с вами сейчас. Сатана, приди, приди к нам, сатана, обожги огнем пылающим. Мы в тебя так и верим. Спасибо, дорогие друзья. Доброй ночи всем. До свидания, люди.